Хорошо работает. Подсчитать скорость ветра, направить корабль по волне и достичь конечной точки. За идеальное прохождение данной трассы участники получают 100 баллов. А если модель сошла с дистанции, то можно и вообще остаться без баллов. Спортсмены из Барнаула и Красногорского района, всего 32 участника, запустят в воду 84 различных моделей кораблей. Сколько уходит времени на то, чтобы создать данную модель? Ну, на данную модель я потратил примерно год. Год. Да. А из чего сделана модель? Что здесь? Что внутри? Ну, из пластика, из дерева и из металла. К примеру, рубка сделана из металла, танковые башни и пулеметы из дерева. Какой вес? Вес модели всей? Да, да. Ну, примерно килограмм. По меркам судомодельного спорта килограмм – это еще немного. Бывает, что модели весят и до 30, но на их создание уходит не меньше 5 лет. Ребята делают модель самостоятельно, они могут выбрать прототип какого-то корабля, могут самостоятельно сделать модель собственную, но уже как на практической части они ее запускают на воду. А чтобы все было честно, спортсменов поделили на группы. Юниоры до 15 лет, юноши до 19 и категория гонщики. Им нужно пройти специальный отрезок трассы на время. На турнире можно увидеть как мелкогабаритные модели, так и огромные корабли. Если многие думают, что сделал корабль и запустил, то вы ошибаетесь. Чтобы участвовать в соревнованиях, модель должна соответствовать определенным критериям. Точность изготовления, соответствие с документацией, это по стенду. Ну, естественно, и качество, и общее впечатление. Бывает блеклая модель, бывает яркая, красочная. Но она должна обязательно соответствовать с прототипом. Поэтому, значит, с чертежами должно быть полное сходство. После завершения этих соревнований у судомоделистов будет время на работу над ошибками, а после сформируется сборная края для участия во всероссийских турнирах. Кстати, главный старт страны пройдет в Санкт-Петербурге в конце июня. Успешное выступление там позволит нашим ребятам принять участие в чемпионате мира. Правда, с учетом сегодняшних реалий можно лишь гадать, когда это случится. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.